Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 11-декабрь бүткүл республикалык деңгээлде баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча референдум өтүп жатат. Муну менен катар эле бир нече аймактарда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жүрүп жаткан учур. Мына ошол референдум жана шайлоонун жүрүшү боюнча биз Борбордук шайлоо комиссиясынын Алатоо басмасөз борборунан маалымат алып бермекчибиз. Добрый день, уважаемые телезрители. Общественный Первый канал продолжает прямой эфир с пресс-центра Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики. Сегодня выборы депутатов местной кенеши и референдум по внесению изменений в Конституцию Кыргызской Республики. И для того, чтобы узнать информацию о явке избирателей к этому времени, мы предоставляем слово председателю Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Нурджан Шайылдабековой. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы получаем информацию со всех участков. По республике открыто 2365 избирательных участков. На всех участках проходит голосование. И по состоянию на 10 часов нам поступили сведения о количестве принявших участие в голосовании, как на референдуме, так и на выборах депутатов местных кенешей. В целом по республике на 10:00 часов свои голоса по проекту закона о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики уже отдали 95 630 граждан, что составляет 3,35% от общего числа участников референдума по республике. Наибольшей активностью здесь, как видно из данных на экране, наибольшая активность наблюдается в городе Бишкек. Здесь проголосовало уже 4,33% участников референдума. В городе Ош и в Ошской области в целом одинаковая активность. Здесь проголосовало 3,46% участников референдума. В Таласской области тоже высокая активность. Здесь проголосовало 3,9% участников референдума. По регионам, как видно из информации у вас на экране, в частности, вот в Джалабадской области на референдуме проголосовало 2,8%. По Иссык-Кульской области 3,34%, по Чуйской области 3,33% участников референдума, на Нарынской области 3,2% участников референдума и в Баткенской области 2,89% участников референдума. По МИДу также 1% участников референдума проголосовал, но по МИДу цифры поступают. Дело в том, что у нас есть разница с некоторыми странами во времени, и на некоторых участках голосование еще только начнется. Но вот по посольству Японии информация поступила на 10 часов. В посольстве Японии проголосовало 33% участников референдума. Вот такие данные нам поступили на 10 часов по голосованию на референдуме. По голосованию на выборах депутатов местных кенешей, значит, в целом по республике проголосовало 3,65% избирателей. Вы знаете, мы проводим выборы 22 городских кенеша и 389 аильных кенешей. Сегодня по всей стране будет избрано, надеемся, свыше 7,5 тысяч депутатов различных уровней. Значит, я бы хотела отдельно по городским кенешам статистику дать. Значит, по городским кенешам у нас традиционно в городах население более активно участвует в выборном процессе на начальном особенном этапе.
Так, в целом по всем 22 городам проголосовало уже 4,8% избирателей. Суммарно от общего числа избирателей, включенных в списки в городах, проголосовало 23 960 человек. Ну, здесь наибольшая активность на выборах в городские кенеши наблюдается в Джалалабаде, где проголосовало на 10 часов 5,35% избирателей. В городе Бишкек проголосовало 12 336 человек. Это составляет 3,97% избирателей. В Нарынской области мы избираем Нарынский городской кенеш. Только один городской кенеш в Нарынской области избирается. И здесь проголосовало 3,95% избирателей. В Ошской области также проходят выборы только в один городской кенеш, это Узгенский кенеш. Здесь проголосовало 705 человек, что составляет 2,74% от избирателей. В Таласской области аналогично избирается Таласский городской кенеш, только один. И здесь проголосовало 4,21% от общего числа избирателей города Талас. В Чуйской области выборы проходят в 6 городов. Здесь проголосовало 4,24% от избирателей. В Баткенской области тоже у нас 6 городов избирается. В городах Баткенской области проголосовало 3,41% от числа избирателей. Ваильные кенеши. Ваильные кенеши тоже с 8 утра идет голосование. Здесь проголосовало в целом по республике 3,20% избирателей, что составляет суммарно 54 368 человек. Наибольшая активность по выборам ваильные кенеши наблюдается в Нарынской области, где проголосовало 4,21% от числа избирателей. Затем у нас идет почти в равной мере Иссык-Кульская и Таласская область, где проголосовало 3,8% избирателей. В Ошской области по аильным кенешам у нас проголосовало уже 15 420 человек, что составляет 3,52% от избирателей аильных кенешей Ошской области. Джалабадской области 2,33% избирателей проголосовало. И в Баткенской области тоже примерно такая же цифра участия в выборах депутатов аильных кенешей 2,26%. Это данные к 10 часам, да? Эти данные получили мы со всех участков по состоянию на 10 часов. Рахмат, Нуржан Арамовна, Машулле, Ахрак, Джангл, Тарменен, Мамлекет, Тильде, Дага, Малмат, Бергет, Сенгс, Болот, на Доуш, Перю, Старт, Алган, на Турт, Саат, Болду, Ахрак, Саат, Таргалган, Малмат, Тарбоин, Чашул, референдум, Машандоле, Джиригилюк, Тугенеш, Чана, Шардак, Кенеш, Тердит, шайлоолору боюнча пайыздык көрсөткүчтөр кандай жана кайсыл аймактарда же шаарларда активдүүлүк байкалып жатат? Азыркы саат 10:00 биз маалыматтарды чогултук бардык шайлоо участкалардан. Саат 10:00 референдум боюнча добуш берүүдө 95 630 референдумдун катышуучулары добушун беришти. Бул жалпы республика боюнча 3,35% түзөт. Эң эле жогору активдүүлүк референдум боюнча Бишкек шаарында байкалып атат. Бул жерде 4,33% референдумдун катышуучулары өздөрүн добуштарын беришти саат 10:00. Эң эле
1% референдумның қатысушылары жаңа Чайтөлкөдө ашылған участкаларда доушын беришти, бирок бул жерде жана сааттын айырмачылыгы бар, айрым участкаларда доуш берүү башталы элек. Бирок Япониядан маалымат келди, 33% референдумдун катышуучулары доуштарын беришти. Региондор боюнча дагы айтып кетсек, Ош шаарында, билесиздер, Ош шаардык кеңешин биз жазында шайлаганбыз, Ош шаарында референдум гана боюнча добуш берүү өткөрүлүп атат. Бул жерде 3.46% референдумдун катышуучулары өздөрүнүн добуштарын беришти. Исык-Куул области боюнча 8504 жараныбыз добуштарын беришти. Референдум боюнча Нарын области 3.20% референдумдун катышуучулары добуштарын беришти. Талас области боюнча 3.90% референдум катышуучулары катышты добушка. Чүй областы боюнча 3.33% референдум катышуучулары добуштарын беришти. Жана Баткен области боюнча 2.89% референдумдун катышуучулары добуштарын беришти. Ошондой эле жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда добуш берүүчүлөр боюнча биз маалыматтарды алдык. Мен шаардык кеңештер боюнча жана айылдык кеңештер боюнча айтып кетет элем. Жалпы бардык жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосунда республика боюнча 3.65% шайлоочулар катышып добуштарын беришти. Ал эми шаарлар боюнча кетсек, эң эле активдүү бул Жалал Абад областы болуп атат. Шаардык кеңештери боюнча бул жерде 5.35% шайлоочулар ушу Жалал Абад областынын шаарларында болуп аткан шайлоодо катышып добуштарын беришти. Андан кийин Бишкек шаары, Бишкек шаарында 12.336 шайлоочу добуштарын беришти. Бул 3.97% түзөт. Исык-Куул области боюнча биз бир Чолпон Ата шаардык кеңешин шайлайбыз. Бул жерде 248 шайлоочу катышып, пайыз менен айтканда 3.88% шайлоочу добушун беришти. Нарын области боюнча дагы биз Нарын шаардык кеңешин депутаттарын шайлайбыз. Бул жерде 1000ден ашык жараныбыз катышып, пайызы менен 3.95% шайлоочу катышты. Ош области боюнча дагы биз Өзгөн шаардык кеңешин шайлап атабыз. Бул жерде 705 киши шайлоого катышып, бул 2.74% түзөт. Талас области боюнча Таластык шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоосу өткөрүлүп атат. Бул жерде 4.21% шайлоочу катышып, катышып атат, добуштарын беришти. Чүй области боюнча 1988 шайлоочу катышып, бул пайыз менен 4.24% түзөт. Ал эми Баткен областында биз 6 шаардык кеңешинин депутаттарын шайлап атабыз. Бул жерде 3.41% шайлоочу добуштарын беришти. Ушундай маалыматтар саат 10:00 келип түштү.
Борбордук шайлоо комиссиясы сиздерге тез арада маалыматтарды келип жаткан маалыматтарды жалпылаштырып сиздердин назарыңыздарга берип турат. Нурлан Кармалбековна, скажите, пожалуйста, вот сейчас же проходят выборы и местные кенеши, и референдум. Вот для того, чтобы избиратели не запутались, вот какая особенность до этих выборах? Да. Ну, процедура идентификации и процедура голосования на участках, где проводится одновременно голосование на выборах местных кенеши и на референдуме, она предельно проста, в общем-то, идентификация проходит через аппараты биометрической идентификации. Гражданин предоставляет паспорт, ID-карту, и аппарат считывает МРЗ, так называемую МРЗ-зону паспорта. На табло на экране появляется фотография. После этого оператор предлагает провести идентификацию по отпечатку пальцев, и в случае успешного прохождения автоматически аппарат выдает чек. В случае, если человек голосует по месту регистрации, он получает два чека, как член местного сообщества, имеющий право участвовать в выборах депутатов местных кенешей, и второй чек для голосования на референдуме. Затем эти чеки у членов избирательной комиссии обмениваются на два бюллетеня для голосования, соответственно, на выборах местных кенеш и на референдуме. Два бюллетеня, они отличаются по цвету. Сегодня уже можно сказать, что бюллетень для голосования на референдуме, он голубого цвета, а бюллетень для голосования на местных выборах, он обычного цвета. Он не цветной. Они опускаются, соответственно, в две урны, на которых также четко определено, какая из них предназначена для голосования на референдуме, какая для голосования на местном уровне. Ушел шайлоодо да өзүңүз белгилеп кеткендей биометрикалык аппараттар, технологиялар колдонулуп жатат. Азыркы маалыматтар боюнча кээ бир шайлоо участкаларында ошол аппараттардын үзгүлтөккө учураган учурлары катталып жатат. Бул кантип жөнгө салынып жатат? Жалпы ошол участкадагы шайлоонун жүрүшүнө бул таасирин этебет албайбы? Ова, участкалар ачылгандан кийин бизге маалыматтар келди. Айрым участкаларда ошондой жана идентификациялоо аппараттарынын бир мүчүлүштүктөр болуп атыптыр. Биз мурда да маалымдагандай, жалпы республикабыз боюнча 600 киши жана техникалык көмөк көрсөтүү үчүн биз окуттук. Алар оперативдүү түрдө иштешет, райондор жана шаарлар боюнча бөлүштүрүлгөн. Ошондой маалыматтар боюнча алар тез арада барып оперативдүү ошондой мүчүлүштүктөрдү жоюуга жоопту. Да, как раз хотелось и такой же вопрос задать, потому что в избирательных участках, да, в некоторых местах происходят сбои автоматических урн. Вот что предпринимается и повлияет ли это на выборы? Ну, по нашим данным, сбоев автоматически считывающих урн пока не зафиксировано. Есть отдельные, скажем так, задержки при биометрической идентификации, что аппарат не с первого раза идентифицируют граждан, избирателей. А с чем это связано? Ну, мне трудно сказать из Бишкека, с чем это связано, но по информации наших специалистов группы технической поддержки наблюдается просто некоторая недостаточная чувствительность. То есть это не сбои, а просто недостаточная чувствительность, что не позволяет с первого раза прочитать МРЗ-зону. Это может быть связано в том числе с тем, что ID-карты могут быть немножко потертыми, но в случае, если несколько раз пробуют счесть, аппарат все-таки принимает, просто это задерживает несколько процесс идентификации. А каких-то таких
сбоях со стороны автоматически считывающих урн у нас пока не поступало ни одной информации. Ну что ж, это хорошо, спасибо вам. Рахмат, анда биз ушул менен азыркы уакытта маалымат берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жалпы жарандарды шайлоого барып добуш берип, өзүн баягы катуулдук парызын аткарууга чакырып кетмекчибиз. А биз болсо ушул шайлоо жана референдум жүрүшү боюнча акыркы маалыматтар менен 16:00 түз эфирге чыкмакчыбыз. Коомдук биринчи каналдан алыстабаңыздар. На этом у нас все, уважаемые телезрители. Мы с вами встретимся в 16:00 и призываем всех наших избирателей прийти и проголосовать.